пятницу в Самарской области будет пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха 0-2 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо без осадков, днем 0 градусов, ночью минус 4. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем минус 1, ночью 3 градуса ниже 0, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода, утром пройдет небольшой снег, температура днем 2 градуса ниже 0, ночью минус 5. Ветер западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.